Здравствуйте! Строительная компания «Мастер-класс» строит объекты в разных городах Израиля. В Тель-Авиве, Герцлии, Петах-Тикве и Модеине. В Модеине мы строим большой проект офисного здания. И поскольку этот город интересен для инвестиций и для проживания, мы решили рассказать об этом городе подробнее. Модеин – это первый город в Израиле, который был запланирован и построен по современным стандартам с продуманной инфраструктурой. Но это не главная уникальность города. В Израиле уже есть другие современные города. Уникальность Модеина – это его расположение. Модеин находится в самом центре страны. Как с географической точки зрения, так и с философской. Судите сами, до Иерусалима и до Тель-Авива одинаковое расстояние, приблизительно равное 30 километрам. Расчет был на то, что город будет спальным как для работающих в бизнес-центре страны в Тель-Авиве, так и для административной столицы – Иерусалима. Около 30 минут необходимо автомобилисту, чтобы добраться в эти крупнейшие города Израиля. Город поместили в самый центр пересечения множества автострад, соединяющих северные и южные города. Через него проходит железнодорожная магистраль скоростного поезда. И в скором времени, когда дорогу достроят, из Модеина будет удобно добираться во все крупные города Израиля за считанные минуты или часы, если речь идет о более отдаленных городах. Стоит сказать и о уникальном климате. Модеин находится на предгорье в лесистой местности. И это значит, что там не так влажно, как на побережье, и очень свежий чистый воздух. Холмистый ландшафт позволил построить интересные градостроительные решения, поэтому прогуливаться по городу совершенно не скучно, и виды из окон домов часто радуют глаз своим разнообразием и великолепием. Население Модеина очень спокойно и размеренно. Практически это спальный тихий городок с населением около 70 тысяч человек, по данным на 2020 год. Говорить о том, что в городе много школ, детских садов, я думаю, не стоит. В Израиле нет проблем с социально-общественными учреждениями. Город рассчитан на 250 тысяч жителей, и по темпам роста населения очевидно, что это скоро произойдет. Это значит, что город будет набирать свою ликвидность и привлекательность все больше и больше. Главные воздушные ворота страны, аэропорт Бен-Гурион, находится в 13 километрах от города. Но над самим городом самолеты не летают. Это вдвойне привлекательный бонус для тех, кто часто путешествует. В городе есть все для отдыха. Аквапарки, городской бассейн, скейт-парк, кинотеатр и бесчисленное множество скверов, парков, спортивных и детских площадок, которые встречаются практически в каждом квартале. Также много кафе, ресторанов, отелей, гостиниц и торгово-развлекательных центров. Население в городе мультинациональное и многоконфессиональное. Из этого следует, что в основном люди живут своими частными жизнями, не мешая друг другу. Подводя итог, хочется сказать, что наша строительная компания счастлива принимать участие в строительстве городов будущего. Мы, безусловно, рекомендуем рассмотреть этот город для проживания или инвестиций в строительство. Спасибо, что смотрите наш канал.